глаза вверх. Потому что у меня нету ничего, так я ставлю мою руку. И начинаю. Или если у меня есть что-то под. Если что. Что? Если мне что-то поставить под. Под ребенка. Под ребенка, так я сразу делаю с обеими руками и вот тут. Это все то, что по-другому. А вибратор просто добавил. В смысле одной рукой. И что? А если это. Если это ребенок, так это как у. Как у взрослых, только с одной рукой вот тут, я вот так делаю. Когда маленький где-то. Если это меньше. И это можно проверять, если вот так. У меня есть взрослый, я не могу с моими обеими руками. Захватить. Ну как бы. Им шта ядаем. Ну, им шта ядаем, что ли, лотов сотит кола хазе, то думают, что они цехали штамеш в шта. Если мои две руки не охватывают всю грудь, то значит я должна. להשתמש בשתיים, אני צריכה לעשות שתיים. ואם אני כן מצליחה, זה עם יד אחת. אם אני בגוז החוותית רוקאים איתו, עד עדנו רוקאים. כך שאתו אוניבו, ימוגוס עדנו רוקאים, זה חוותית סיסר, זאת אומרת, תדעו לזה דבום הפלצנו. בואי, תזרוס ותדעו. שתו. פעדמו מוזס עדנו רוקאים. יסי את המלינקי של רווק, תק מוזנה עדנו רוקאים. Если кто-то, что хочет пробовать, у младенцев лучше с органами, с пальцами. У него есть точка, определяется вот эта линия, да? Нет, вот это его соски. Вот это сюда. Можно попробовать? А, пальчиками. Это владение, да? Два пальчика. Да, но ты должен, чтобы было что-то под... Все-таки двумя пальцами вот так вот лучше. Если я могу взять его вот так? Не, надо что-то под лопатками. Обязательно поломать. Не, просто если нету ничего под лопатками, так надо с рукой вот так. А, я понял. Смысл, чтобы, когда я давлю, чтобы не прогибался. Олег, ты контролируешь свой. Когда так, ты можешь говорить. А если это елец? Если это ребенок, то это так? Одна рука, да. Хали, мы говорим про ребенка, который больше 10 килограмм. Да, да, это с одной рукой. Если мы можем с двумя руками... До 10 килограмм двумя пальцами, понятно. Да. Понятно. Это еще раз, это очень талуи. Индивидуально. Да, можно. Если этот человек, что он очень маленький, я, может, буду как у маленького ребенка. Еще кто-то, что хочет попробовать? Это его работает на шапке, да? Да. Они сохранят в шапке. Что, устал? Еще кто-то хочет? Да,
Может, если вы делаете только двумя пальцами, вы можете поставить человека под лопатками и вот так. Все, кто-то хочет? Ладно, так верните все на как было. Я все на как было. Давайте примем все на как было. Давай, будем двигаться. Давай. Давай.